Здравствуйте, меня зовут Павлюченкова Валерия. Я с Украины, города Киев. Мне 16 лет, и я всегда занималась творчеством. К примеру, в 5 лет у меня был первый благотворительный концерт, в 12 была авторская благотворительная выставка, ну а в 15 первая премия мэра города Киев с достижением в искусстве. С 11 лет я учусь в Киевской детской академии искусств на профессионального художника. Имею опыт исполнения произведений в разных видах и техниках живописи изобразительного искусства. К примеру, гуашь, акрил, акварель. В графике это афорт и гравюра. В декоративном прикладном искусстве это имитация витража. Также скульптура и компьютерная графика. Несколько моих произведений в перечисленных техниках получили высокие оценки на конкурсах с изобразительного искусства, как в Украине, так и за ее пределами. Англия, Япония, Черногория. Продаю свои картины и с собранных средств помогаю детям, оставшимся без опеки родителей, развивать творчество. А теперь о моей картине, которую я представляю на этот конкурс Golden Time Talent Grand Final R3. Этот портрет выполнен в технике акварель, а в общем это портрет Корнелиса ван дер Геста. Он жил в эпоху Возрождения в 15-16 веке. Он выдающийся фламандский коллекционер и меценат. Он поддерживал многих художников, и он создатель собственной коллекции живописи. Гест был другом многих художников. Его портрет писали Антонис ван Дейк и Питер Пауль Рубенс.